Ребятки, всем привет, с вами Крэш, и мы с вами будем покупать сегодня за голду 8 левел. Я его уже копил недели 2. Ну, как вы поняли, я не весь левел буду за 5000 покупать. 5000 бы мне не хватило. Мне осталось всего лишь 140 опыта. Но это ждать примерно 1 или 2 дня. Я не хочу ждать, и поэтому я решил показать вам, как это можно как бы ускорить. И, разумеется, 8 левел это очень непростой. Потому что с этим уровнем у вас открываются испытания. То есть, ну, как бы человеку, который долго играет, я уже давно играю, месяц или полтора, не знаю. Ну, суть в чем, полтора месяца ждать какой-то штуки в игре, это долго. И что же там будет такое, как бы, мод что-то выбьем. Ну, как-то так. Короче, давайте уже хватит молоть языком. Будем открывать, покупать. Куплю, разумеется, карты, которые, ну, в смысле, я буду прокачивать за деньги карты, которые мне чуть-чуть нужны, и как бы из-за этого у нас появится опыт. Огненных духов я хочу, 50 опыта. Давайте, поехали. Да, ребята, сразу вам хочу посоветовать мою группу ВКонтакте, там вы можете написать или прочитать истории других клэшеров, там веселый, грустный, всякий разный. В группе вы со мной можете пообщаться, можете даже как бы заказать буст недорого. Буст до 2000 я могу делать, а дальше я пока не могу, а до 2000 я хорошо делаю. Давайте вкачаем ракету, еще 25 опыта. О, 900 урона по зоне, 373 паск башни. Что нам еще важно, как бы? Нам, наверное, важно нам. Ням-ням-ням-ням. Мух, наверное, важно, да. Давайте, еще 25 опыта. Отлично, мухи 6 левела. Ой, сколько я голды здесь трачу. Ну не суть. Давайте дальше. Наверное, прокачаем еще. Давайте коргига вкачаем. Да, вкачаем коргига. За 20 золота 5. Так, что тут еще? Не, за 50 голды 6 я не хочу. Давайте вкачаем также, например, какую-нибудь карту по типу. Давайте стрелы или гоблин? Давайте гоблин. Гоблинов как-то кто-то больше использует. Ну и что, я туплю, сразу вкачаем стрелы. Все, это последняя карта. И мы апнем 8 левел, представляете? Готово. Ой. Ребята, 8 уровень. Доступны турниры. Башня короля, всякая башня арены прокачаны. И у нас сейчас будет первое испытание. Сразу скажу, ребята, читайте ссылки в описании, я там самые крутые мои видосы в ссылках в описании отмечаю, чтобы вы их могли посмотреть. Ух ты, 76. Давайте перед тем, как пойти в испытание, мы поменяем чуть колоду и вместо ярости попробуем ракету взять. Как нам сказал один Базе гейм, с ракеты можно неплохо так пройти. Давайте, главный приз 2000 голды 100к. Сколько же я смогу пройти боев? Так, классическое испытание. Поехали. Опа-на. Так. Ой, сразу коргик идет. Ой, засранец, блин. Давайте, ведьма. Что-то он по фасту решил вообще. Так, успею ли я... Гигант, давай, гигант. Нет. Ведьма без гиганта пошла. Ну, пускай Хукрайдер идет пока. Я хочу. Блин, у него 8. И у меня 8. Ну да, логично. Блин, вот это я засрал, конечно. Все. Сейчас нам скелетрон пронесет много дамагу, как бы. Давай. Убили скелета. Блин, да. Чё же он такой агрессивный, я не понимаю просто. Как это так вообще? Да, я лошара, ну, что поделать. Не буду ракету ставить. Хоп, блин, еще здесь не успел, ребята, вообще. Я жуткий лошара, я не знаю. Я не пойму, как он так... Ну ладно, просто я лошара. Тут ничего не скажешь. Надо было ярость оставить вместо ракеты. Так, здесь мы забираем.
Сейчас посмотрим, что дефать. Что дефать будем? Давайте вон так. Ракета. Ага, отлично. Отлично, ребята, что тут у нас еще? Все, ребята, мы прошли просто. Видели, он как нагло нас лупил, лупил, а мы потом бац и... Так, отдефались, это очень круто. Плюс одна карта, плюс 50 голды. Главный приз это 100 карт. Давайте, поехали дальше. Мое первое испытание, оно прошло успешно. Вы видели, ну он вообще жестко агрессивный прям. Мухи. Блин, вот я поставил коллектор. Ага. Что-то я как лошарь. Так, ребята, я сейчас микрофон перехвачу, у меня рука устала. Если какие-то звуки в связи с этим появились, то ничего страшного. Так, он нам снес неплохо, да. Я надеюсь, коллектор окупит нам. Ой, принцесса какая-то там. Давай, ракета. Пусти, пусти кого-нибудь, пусти. Он пустил бревно. Супер. Так, мушкетер. Ай, какая адская башня там поехала. И сам минус, видите в чем? Блин, а ракету поменять срочно на эту. Надо поменять ракету на ярость, потому что я вообще ракетой что-то пользуюсь как-то не так. Ой, ой, принцесска, принцесса, молодец. Ага. Чё за бревно, чё за бревно какое-то. Давайте ставим коллектор. Все, принцессу мы забрали. Отлично. Чё, мы пойдем в трон или... Да. В трон идем. Ой. Мужичок. Блин, ребята, смотрите, как я... И колдуна еще куда-то не туда пустил. Ага. Ну ладно. Давай, гигант, гигант, гигант. Опа, опа. Ой, все. Я не туда его поставил, ребята. И здесь я не туда поставился. Какой же я лошара, блин. Башню мы в любой момент заберем шаром. В смысле, ту башню, правую. Так, что у нас тут? Мухи. Мухи поехали. Отлично. Давайте заберем вот так. Здесь вот так. А, ребята, он нам уже почти вот эту хрень снес. Как-нибудь постараемся. Ребята, извините, что прервался, как вы, наверное, могли слышать. Мне позвонили, и из-за этого звонка я, вот видите, всрал, короче, все. Просто ужас. Из-за этого звонка я все всрал. Ой, ребятки, ребятки. Ну ладно, ничего страшного, здесь нету. Как бы проигрыш, проигрыш. Ничего страшного. Так. Королевская арена. Ужас. Тяжело, если честно. Я не понимаю, почему противники такие сильные. Я... По какому принципу их подбирают? По левелу или по кубкам? Давайте вон так. Задефаем его кладбище вонючее. Не, мы уже не задефали. Ничего мы не задефали, ребята. Я опять забыл ярость взять. Ой, ребята, я что-то туплю вообще. Ну, как бы бывает, да. Вот чем мне дефать Хокрайдера? Он тут ведьмочку поставил еще. Прикольненько. Давай. Миньонов как-нибудь. Надеюсь, у него ничего не осталось. Мушкетер. Блин, от ведьмы сейчас ничего не останется. От миньончиков ничего не осталось.
Так, ну, ребята, я, короче, если еще раз проигрываю, я выключаю видео и попрощаюсь с вами, потому что, блин, ВК еще забыл выключить. Ну ладно, давайте, если проигрываю, то отключаю видео. Все. Ну, чтобы вы не смотрели, как я здесь сливаю просто вот это все. Так, отлично. Опять этот огненный вонючий шар, блин. Так, там какой-то маг поехал. Мага он задеф. Ну и реально, я лошара что-то вообще. Да, я это уже очень много раз повторил, потому что, ну видите, я не понимаю, как здесь вот это все делать. Ой. Ой-ой-ой. Сейчас мой коллектор вынесу. К счастью, он криво бросил вот эту. Как его называют? Огненный шар. Вот вместо этой вонючей ракеты, вот видите, как круто бы... Ой, ребят, вот... Вот этот гигант тормознутый, блин, ну как же он меня доводит просто. Вот мухи летят, и они сливаются, потому что он тормоз тупой. Ну, как тут еще сказать? Все, это реально конец. Я даже просмотрел, как мне снесли правую часть, ребят. Ой-ой-ой. Ну ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, как я в испытания поиграл. С вами был Крэш. Читайте описание, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.